По данным Приморского УГМС, в связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края, днем 12 и ночью 13 ноября ожидается ухудшение погодных условий. В крае пройдут сильные осадки в виде дождя и дождя со снегом с количеством до 50 мм за 12 часов и менее. При дожде со снегом и дожде до 19 мм при снеге. Выпадение осадков будет сопровождаться гололедными явлениями, налипанием мокрого снега на проводах и деревьев, снежным накатом. Максимальное количество осадков ожидается в западных и южных районах Приморья. В континентальной части края вероятно усиление ветра до 22 метров в секунду. В городе Владивосток и на отдельных участках побережья порывами до 30 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники. Морским судам исключить выход в водные акватории. В связи с сильным ветром возможно падение слабо укрепленных конструкций. Необходимо ограничить нахождение на открытом пространстве. В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно сообщать по телефону 112. Берегите себя и своих близких и не подвергайте свою жизнь опасности.